Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в новом месте, в новом баре, потому что он был открыт не так давно нашим другом Эли. Называется он Санао Бар. И находится он где? Арамун Ниргазир. Арамун Ниргазир. Уже третий раз пытаемся снять это видео, никак не могу запомнить. В общем, это где-то в горах, минут 20-25 езды от Джуни или от Бейрута, где-то минут 30-40, вот так вот. Сегодня среда, где-то часов уже 10, наверное, потому что мы приехали поздно, потому что после работы. И каждую среду у них открытое меню, то есть ты можешь заказать за $15 человека меню куриной крылышки с чили соусом или барбекю соусом, и, в принципе, можешь жрать сколько тебе душе угодно, сколько тебя влезет. Нам наши заказы наконец-то. Что это? Kind of сыр. Чиз? Сыр. Ну, чиз под пиво нам принесли. Семки. Это как типа горох у нас сваренный. И в стаканчике принесли вот такие вот перчаточки для того, чтобы не запачкать ручки, одеваем дружно и кушаем курочку. Наш друг, шеф-повар этого ресторана Эли. Скажи, как у тебя появилась идея открыть этот ресторан? Как мой? Да. С family restaurant, с мамой, sister of mama, uncle, brother of mama, and я from one year in my year. За один год вы открыли ресторан? Мой? Что? Русский дыхатель. Без практики или немножко подзабыл русский, поэтому мы переходим на английский. You opened this restaurant for 1 year. For 1 year. Aha, okay. That's good. 1 year exactly. What do you want? Working one year and 6 days. Классно. Ты сам готовишь, да, на кухне для посетителей? You're cooking alone for all guests. Yes, yeah? Everything. Wow, that's great. You make up before photos or videos also? Video? Great. Also on YouTube? Yes. It's all on YouTube. Hello. Классно. Эли абсолютно не публичный человек и немножко смущается камер, поэтому мы продолжили наше общение в дружеской, теплой атмосфере. Итак, мы решились на вторую порцию картошки и крылышек, хотя после первой порции уже, наверное, вот так вот, чисто славянская такая фишка, если есть на шару, надо жрать все, крылышки. Просто супер, картошечка, соусы просто офигенные, два вида соуса, ну, просто на ура, поэтому если вы будете, ну ладно, мы продолжим, приятного аппетита и трогаем мою картошку.